Салам, Минхо. О, здорово, Феля. Ну как ты? О, Чанбин. Не-не-не-не. На диванчик не претендую, я его забронировал. Ты чё, после бани? Как ты узнал? Волосы блестят. Кстати, каким кондиционером ты пользуешься? Твои локоны так блестят. Да отечественный, наш корейский. Флор де Мэн. Корея рулит. Слушай, Феля, мы тут кое-что слышали? Да ну, сам скажешь или как? Я не догоняю. Что ты хочешь от меня услышать? Вообще, когда такое было, когда я от вас что-то пытался скрывать? Обижайте. Так о чем же, собственно, речь? Просветите. Ты нам скажи. О чем? О Юцы. Я так и знал. Ты, походу, с ней мутишь, да? Ну да, я скоро женюсь на ней. Попахивает сарказмом. Кое-какие источники шепнули нам на ушко. Мне тоже, кстати. Ну пусть он сам скажет. А кто же вам в ухо пернул? Сун Юцы. Вот как. Да-да, она же сама. Кстати, Чанбин, ты тоже хорош. Ходят слухи, что ты встречаешься. С Ли Чирён из группы ИТЗИ, это правда? Как ты мог от нас это утаить? Да она мне просто пирог испекла, и мы станцевали. Что тут такого? Чанбин, я испекла тебе пирог. Ну так давай его сюда, чё ты молчишь? Я безумно рада. Обожаю сладкое. Чё ты его не кушаешь? Обидеть меня хочешь? Бьет, значит, любит. Чур, я буду дружкой на свадьбе. Да хватит вам уже. Это я буду дружкой. Ты уверен? Прекратите вы двое. Ну чё, каково это, когда тебя женят без твоего участия? Стрёмно, согласись? Есть такое. Со мной поступает точно так же. И вообще, эта Роза из Блэкпинк затеяла всю эту канитель. А чё ты с ней не замутишь, кстати? Чиминка-то в армии? Плохая идея. Не надо связываться с этими парнями. Почему вы меня не слушаете? Или вам чё, жить надоело? Да нет. Ой, да ладно. А чё ты тогда к ним прёшь всё время? Они мне как родные. Да неужели? Ну так и есть. Особенно Чимин? А когда это ты с ним успел скинтоваться, а? Мне это абсолютно не нравится. Да я тоже не в восторге от его дружбы с бантанами. Ты что, нас променял? Кинуть нас решил? Это не так. Если это так, я никогда ему это не прощу. А если это Хёнджин еще узнает? Я ни на кого вас не променял, не придумывайте. Достали уже. Достали, значит? Ключевое слово. Ревнуете, да? А хорошо ты поступил в тот раз? Когда? Оба-на, какие люди! Пойду поздороваюсь. Эй, ты куда? Меня же только выписали. Да перетереть нужно кое с кем. После этого я вообще не желаю с тобой разговаривать. Да не дуйся ты уже. А Хёнджина ты вообще ни разу не навестил. Я расскажу ему. Ему это не понравится. Да хватит уже на меня наезжать. Чё вы оба заладили, а? Я люблю только вас. Вы же мне как братья. Не надо тут сидеть и из мухи слона делать. Нормально же сидели, общались. Просто в шутку сказал, что они мне как родные. Рофла, что ли, не понимаете? Я не знал, что это вас заденет. Лично меня задело. Ну извини меня, бро. Я не то ляпнул. Ты тоже извини меня, хорошо? Я допустил, признаю. Я вообще хотел встать и уйти отсюда, после твоих слов. А то, что ты скинтовался с Чимином, меня это жутко бесит. Чё ты здесь сидишь с нами? Иди к своему новому другу. Чимин и Роза теперь стали ближе, чем мы все вместе взятые. Ты почти перестал проводить с нами время. Наверное, скучно с нами, да? На вечеринку Луи Виттона даже нас не позвал. А с кем он туда ходил? С Джиро с него сходил. Все, завязывай, братан. Чё-то ты разошелся. Убирайся отсюда! Как? Я не хочу тебя видеть. Мы больше с тобой не друзья.
마지막까지 날 다 덮여준 너니까 고래는 헤매어작은 몸으로 내게 웃는 힘껏 달려올 때 형편 불빛만이 반기듯 이곳이 어느새 가장 좋아졌어 지금 당장 널 볼 수 없지만 언젠가 많은 시간이 지나 네 앞에 섰을 때 그땐 또다시 한 번 더 내게로 힘껏 달려와줘 슬픈 내 감정에 짙게 붙은 불씨가 차츰 꺼지고 하얗게 남은 제가 바라